Зачем Трамп пришел на свадьбу к незнакомцам и где испекли самую большую пиццу в мире? Смотрите в нашем международном обзоре. В британском парламенте рекордное количество представителей секс-меньшинств. Среди новоизбранных депутатов Палаты общин их 45 человек, а это 7% от общего количества. По 19 парламентариев нетрадиционной ориентации представляют консерваторов или лейбористов, еще 7 – шотландскую национальную партию. Среди них 36 мужчин и 9 женщин, и ни одного трансгендера. Такое количество – абсолютный рекорд не только в Великобритании, но и во всех мировых парламентах. Американский президент пришел на свадьбу к незнакомцам. Дональд Трамп как раз находился в собственном гольф-клубе в штате Нью-Джерси, когда там проходила свадебная церемония. Пользуясь случаем, решил зайти и поздравить молодоженов. Охрана даже расчистила ему дорогу в зал, где происходило торжество. Невеста встретила президента с восторгом. Вместе они сделали несколько фото. Исчез президент еще до того, как в холле начала собираться толпа зевак. В Китае под землю ушел минивэн. Жуткие кадры сняли случайные прохожие. Среди белого дня на дороге провалился асфальт. А когда свидетели происшествия снимали на телефоны огромную яму, которая образовалась из-за разрыва трубы водоснабжения, обвалилось покрытие и под припаркованным неподалеку минивэном. К счастью, никто не пострадал. Водителей и пассажиров в салоне не было. В лотерее Powerball сорвали джекпот, один из крупнейших в ее истории. Счастливчик выиграл почти 448 миллионов долларов. Имя его пока неизвестно, билет мужчина купил в Калифорнии. Приз будут выплачивать равными ежегодными платежами в течение 29 лет. Если победитель выберет единоразовую выплату, то приз составит почти в два раза меньше – 279 миллионов долларов. Джекпот в этой лотерее не могли сорвать больше года. В США приготовили самую длинную пиццу в мире. Рекордное блюдо испекли на востоке Лос-Анджелеса в пригороде Фонтана. Его длина свыше 2 километров. Это как минимум на 15 метров больше предыдущей рекордсменки – неапольской пиццы, которую испекли в прошлом году. Над блюдом весом 7,5 тонн трудились десятки поваров и волонтеров. Рекорд официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Немного пиццы досталось участникам мероприятия, но большую часть блюда отправили в приюты для бездомных.